На территории Белярского музея-заповедника проходит международный молодежный образовательный форум «Сэлет». Третья смена «Сэлет Беляр Форум» открылась 5 июля. Участниками стали одаренные дети не только Татарстана, но и остальных регионов России, а также других стран. Рада то, что попала в этот, именно в этот талант, то, что именно в этот лагерь. Меня впечатляет то, что все дети, несмотря на их национальность, несмотря на их разные какие-то черты характера, все они близки друг к другу, дружат. Я живу в Эмиратах, и там мне предлагали очень много лагерей. И я смотрел по описанию, там, проживание, еда, там, все такое. И больше всего мне понравился Салят, больше всего. И вот, и довольно-таки известный Салят организация в Эмиратах. Все о нем знают, мне папа сразу сказал, езжай в Салят. И я решил, мне сразу понравилось. В этом году смена направлена на изучение передового опыта в области образования. Для этого организованы мастер-классы от ведущих экспертов, ученых и деятелей культуры Республики Татарстан и России. Свои мастер-классы проведут и ученые Казанского федерального университета. Помимо них, в форуме задействованы и студенты КФУ. Многочисленная часть вожатых – это именно из КФУ, а также из разных институтов, Институт филологии и межкультурной коммуникации, Институт международных отношений и истории востоковедения, Институт управления экономикой и финансов тоже есть, и еще там некоторые институты. А так, очень большая делегация вожатых от Казанского федерального университета. Я уже в Соляте с 2012 года, и каждый год приезжаю сюда, наверное, за атмосферой, потому что здесь все равно забываются какие-то проблемы, и тут совершенно другие люди. Как раз-таки это классно, когда люди собираются с разных стран. Смена «Сэлет Беляр Форум» продлится до 7 июля. Далее пройдут еще три смены. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз.